Приготовим очень вкусный, быстрый салат из тунца. Для этого нам потребуется тунец натуральный. Открываем. Опа. Так. Вилочка надо замнуть. Какие куски. Яйцо добавим, покрошим. Всего 4 ингредиента и получается вкусный салат. Добавляем. Добавим огурчик свежий. Отправляем в салатницу. И добавляем кукурузу, сахарную, сладкую. Опа, и места мало. Так, немножечко побольше. Поменяли салатник, потому что не помещалось. Посолить чуть-чуть, поперчить чуть-чуть, перемешать. Я так понимаю, чуть-чуть. Чуть-чуть. Можно добавить майонез или масло. Что будем добавлять? Майонез? Давай майонез. Давай майонез. Добавим майонез. Перемешаем. Чуть-чуть. Ну и вот, смотрите. Вкусно. Быстро. Главное. Все. Подожди. Переложили опять салатик, поменьше мисочка.
Все, салат готов. Всем приятного аппетита!